всем сияете. Ну, то есть малец сияет. А у тебя за бородой ни хрена не разберешь. Мы нашли материалы, но они такие странные. Как изготовить броню из того, что настолько... Идин. Что? Идин нахрен. Это наша тайна. У нас свои методы. О. Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. А. Я наверное. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синдри. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорил, все улажено. Давай дальше работать, пока я не расчувствовался. Только больше не ссорься с братом, хорошо? Он с годами, конечно, стал чуть меньше меня бесить, но пусть не задается. Клиентов у меня и без него хватает. Правда? Это каких? Ну вот ты, например, опять приперся. Это да. Ну, заходите. Вот делали в тишине. Носи достойно, засранец.
Береги себя.
Руна Тюра. Вот она. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Древо! Мы под залом путешествий между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Что там сзади? Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Ого! Кто это? Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот.
Что скажешь? Отойди. Ладно. Движется? Что движется? Все. Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи. А без них... Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? О, начинается! Вроде... Они не нападают. Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина, и тени нет тоже. Аутро. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть туда? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно, но... Вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может, вы с Тюром одинаково безумны? Эти ловушки.
Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Пора тебе действовать, брат. Оставьте их в покое. Но это явно не про нас.
Отлично! Ah!
кто-то другой. Разнообразие — это очень важно. Просто ненавижу это. Знаю. Никогда не сомневался. Да ну! Пока боги не подобреют. Долго ждать придется. Нет. Это они просто нас ждут.
тяжелый бой. Не будем говорить, перевернем храм. Это начинает казаться нормальным. Еще один. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король великанов. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. Я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Ладно.
дело, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли, это хорошо. Там, слева, отсюда можно забраться в зал путешествий между мирами. Видишь, Мимир, никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра, поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат, мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. А, храм так и задуман, вверх дном. Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы? Я уже не уверен. Сын, где нож? Рейва. Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да! Ну вот теперь-то я все понял! Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой, ты и правда это задумал. Только время зря потратил.